Всем привет, мои дорогие зрители, с вами Ру Стенда, я продолжаю прохождение от Марио Гейм. Вы думаете, а почему он снова в этом мире? Он же совсем в другом мире закончил прошлую серию. Ну да, потому что мне в этом мире надо забрать все три монеты DF и найти секретный выход. И спасибо парню, который мне прислал ВКонтакте видеоролик, где я могу посмотреть, где они все находятся, чтобы мне больше не нужно было в этот домик никогда больше заходить в него, потому что это такой дурацкий лабиринт, здесь столько много ходов, и смотрите, уже я нашел кнопку, которая мне обязательно нужна будет. Так, только надо вспомнить, что мне надо тут точно с ней делать. Так, тут что написано? Open the safe of the green bridge, list the path you seek. The path will... Окей. Потому что здесь есть такие блоки специальные, которые только с кнопкой надо активировать их, да? Так, для начала мне надо, по-моему, сделать вот так. А потом вернуться... почти в начало. Карандаш, не мешай мне. Карандаш, иди отсюда. Так, теперь мы идем сюда. Так, здесь если нажать кнопку, это приведет нас к стандартному выходу. Но это нам не нужно делать. Мне кажется, мы это уже делали были, да? Когда мы первый раз были в этом домике привидений. Нет, это было неправильно. Черт, мне надо назад перемотать. Мне надо назад, назад, блин. Назад. Так, потому что мне нужно что-то другого. Вот так. Вот. Вот это мне нужно делать сейчас. Вот. Вот это вот теперь правильно было. Теперь мы идем в начало и берем ту монету DF. Так, постепенно надо будет вспоминать, как этот парень в видеоролике делал этот секретный выход тут. Так, тут у нас что? У нас тут цветок. Это хорошо, хотя бы тут нету таких врагов, которые можно цветком обстрелять. Ну, зато мы сначала возьмем эту монету. Так, монету мы одну уже забрали. Это уже хорошо. Да пошел ты в жопу, черепаха! Скелетная. Шипы жры этих. Зато, может быть, немножко вес прибавишь туда. Так, а куда мне надо идти точно сейчас? Фальшивая дверь. Вот, видите, я уже сейчас запутался. Или мне в эту дверь надо зайти? Сейчас мы посмотрим, где я тут буду. Так, для этой монеты надо, чтобы были другие блоки активные. Окей. Так. А где я сейчас буду? Здесь. А. Да пошли вы в задницу, придурки вы! Блин, окружают меня тут. Так, а здесь мне надо кнопка. На. Так, здесь внизу путь закрыт. А мне надо обязательно сюда идти. Так, а теперь мне нужно обратно сюда идти, в эту дверь, чтобы я пошел сюда. Блин! Так, погоди, я же не могу сюда, значит мне надо другую кнопку искать, что ли. Блин, погоди. Так, идем-ка мы здесь, дальше. Потому что я уже запутался тут весь. Так, будем думать. Так, погоди. Так, кажется, я могу сюда пойти. Мне надо как-то восстановить этот свитч, чтобы по-другому было. Только где это место было? Блин, прыгай. О, я же допрыгнул. Почему я загрузил сейв стейт? Не знаю даже почему. Уй, да какого ты хрена не прыгаешь, дебил ты? Я тут не хочу сейчас орать. Уиу, прыгаем. Так, а что у нас тут-то? Так, это что за дверь? А, тут столько много ходов, я тут вообще заблудился. Я сейчас уже, друзья, заблудился. Черт. А, вот.
Кажется, вот так надо сделать. А теперь надо найти путь, кажется, туда в начало, что ли? Так, тут у нас что? У нас тут цветок. Ну, зачем мне этот цветок нужен? Мне надо в другое место идти. Давай. Так. А теперь дальше что надо? Дальше что надо? Будем думать, будем думать. Пойдем сюда. Так, где мы тут? А, вот это... Теперь я, кажется, уже вроде бы правильно иду, да? Только я не туда свернул бы. Вот, теперь я могу сюда наверх пойти и обратно в эту дверь. Вот так. И теперь обратно сюда идем. Так. А я чувствую, что уже не так много осталось. Мне осталось еще две монеты найти, потом ключ найти, а потом с ключом вернуться в начало, и там и это и есть секретный выход потом. Так, теперь мы сделаем вот так. Так, заходим мы в эту трубу, в которую мы уже заходили были, но это мне пару раз надо будет еще так делать, да? Так, теперь мы сделаем вот так. Будем теперь думать, куда дальше мне пойти. Так, в двери мне сейчас ни в какие заходить нельзя, потому что я потеряю кнопку. Это я могу только в трубы заходить? Да, точно. Мне надо ту трубу найти, которая там П стояла. Только где она есть? Надо посмотреть тут. Может быть, она тут где-то в начале была? Нет, здесь замок. Значит, мне надо сюда ключ притащить. Значит, мы нажмем на эту кнопку. И зайдем-ка мы сюда. Где я тут буду? А, смотрите, я уже забрал эту монету. А, теперь надо думать. Значит, где-то в другом месте мы должны получить еще одну кнопку. Да-да-да-да-да. Только как бы ее нам дойти до того места? Вот это мне надо подумать. Хорошо. Только я не знаю, куда мне точно идти надо. Но это мне надо все смотреть. Так, это что за дверь? Да правильно я иду? Вот, мне надо как-то сюда, вот, вот, в эту трубу. Кажется, сюда мне и надо идти сейчас, да? Погодите. Потому что первый и последний я уже забрал. Осталась только вторая монета. Так, эта дверь... Это... Нет, это не та дверь, которую мне надо. Так, и кажется, в одном месте мне надо упасть вниз. Вот, вот, вот это место. Мне кажется, сюда вниз надо. Вот. Потому что я это не знал был раньше, да, когда я здесь был. Вот, посмотрите. Теперь мы получим вот эту кнопку. А теперь дальше мне надо... Зайти в эту трубу, что ли? Так, теперь мы вот здесь. У нас теперь тут кнопка есть. Так. А, да, вот, смотрите. Мы сейчас нажимаем на эту кнопку. А ну-ка, призрак, иди-ка сюда. А теперь мы попробуем то сделать, что парень сделал. А ну-ка, призрак! Ну-ка, наверх! Ладно, тогда мы попробуем вот так. Блин. Надо как-то тайминг, да? Попробуем как-то тайминг. Тайминг попробуем. Надо еще позже. Да блин, я хочу сюда зайти. Ё-моё! Во, вот так тогда сделаем. Если по-другому не получается с призраком, тогда мы вот так сделаем. Так. Теперь мы здесь. Так. Мы забрали все все DF монеты, да? Теперь мне надо найти ключ. А где ключ находится? Вот это я уже даже и не знаю. Хотя бы я думаю, что мне надо вернуться в начало и идти так же, который, как и мы шли к кнопке, к первой. А, что я делаю? Что я делаю? Вот что я делаю сейчас, а? Всякую хрень я тут творю сейчас. Так, ладно, сюда. Ух, тю-тю-тю-тю. Вот так. Только в эту трубу я могу зайти или в эту? Нет, только в одну. Окей, сюда заходим. Тогда... Так. А, ты дебил. Ты кусок ненормальный. Так, хорошо, что время нету. Так, теперь мы заходим в эту трубу. Так, зато мы здесь мы
получим эту кнопочку. А теперь будем думать дальше. Так, идем-ка мы сюда теперь. Так, теперь мне надо вот так сделать. И вот так попробуем. Я хочу по-другому как-то сделать. Погоди. Черт. Так, тут же какая-то труба есть. Так, а что мне тут надо делать? Что мне тут надо делать? Мне тут снова кнопка, только я не знаю, что с ней делать мне. Так. Мне надо куда-то идти с ней, только куда? Вот если я ее вот здесь, в этом месте нажму, здесь, тогда здесь появится дверь. И она нас приведет к обычному выходу, но она мне не нужна. Так. А, ты дебил! Костями бросает еще тут. Погоди, я, кажется, понял. Кажется, я вспомнил что-то. Вот. Вот так я могу сделать, да? Смотрите. Да, вот, смотрите. Теперь я беру здесь кнопку. И с этой кнопкой я иду в эту трубу, сюда. И здесь мы, кажется, где-то получим ключ. И это то, что... Что нам нужно? Да? У нас теперь тут кнопка есть. А где мы ключ получим? Погоди, погоди. Тут что-то запутался. Где-то мы ключ должны получить. А где точно? Ну, да. У нас здесь только кнопка. Но это обычно путь к секретному выходу. А что если мы сюда пойдем? Я тут запутался, блин. Я тут уже вообще ничего не помню больше. Ладно, ладно, ладно. Я сейчас остановлю запись и посмотрю, как это делается еще раз. Окей, друзья, я, кажется, правильно все сделал. Вот это я не заметил был. Серьезно, что ли? Блин, ладно. А, что я сделаю? А, точно, точно, мне же вот сюда надо идти. Вот, вот, вот. Вот так это и есть секретный выход сейчас. Мы уже совсем близко. Теперь мне надо только сюда идти. Вот. Наконец-то. Так бы я бы никогда бы это не нашел бы. Блин, а. Потому что здесь такой лабиринт. Так, так, так. Теперь, теперь, теперь надо посмотреть, где тут еще надо деф монеты собирать. Будем, наверное, в каждый уровень заходить и смотреть. Здесь мы все забрали. Потому что тут жаль, что на карте не видно, сколько монет мы забрали. Так, это что? Это в замок, да? Тут, тут мы сколько монет забрали? Одну среднюю. Окей, попробуем найти тут последние две монеты. Только хотя бы я не знаю, где они есть, но будем как-нибудь стараться собирать их. Что? Я это пропустил? Вы что, серьезно, что ли? Смотрите, это даже так, как я и думал, да, что мне надо сохранить цветок. И вот последняя наша монета DF, которую нам нужно собрать. Вот, теперь мы в замке тоже забрали последнюю DF монету. Окей, теперь дальше осталась DF монета вот здесь найти, Zendy Shrine. Только я не знаю, где она точно, но когда я найду, тогда я вам покажу ее. Так, сюда я тоже не могу. А куда? А где? Да пошли в задницу. Так, сюда я тоже не могу. Так. Да ты что, серьезно, что ли? А? Блин! Кто бы пододумался до этого? Все, надо пойти к финишу, в сторону финиша, а потом зайти обратно в эту же трубу. Разработчик! Как я тебя ненавижу! Да нет, шучу. Просто такие, до такого надо додуматься, что так можно. Я-то, конечно, знаю, что такие способы есть, только кто думал, что обязательно сейчас надо это использовать? Так, тут ничего нету. Так, здесь мы тоже забрали. Тут надо везде смотреть все. Так, здесь мы тоже уже забрали. Так, теперь посмотрим, где еще надо забрать тут.
Монету ДФ, так. Ага, здесь две. Окей, значит, здесь мы будем в следующей серии забирать ДФ монету, а потом уже будем смотреть, где там в четвертом мире еще остались забрать ДФ монету. Ну, давайте, удачи. Всем привет, мои дорогие зрители, с вами Рустенда, и я продолжаю прохождение от Mario Game. Короче, в прошлой серии мы начали собирать ДФ монеты в тех уровнях, которые мы не забрали были. И теперь я нашел все монеты, которые мне надо будет, и я вам буду показывать, где они находятся. Короче, мы сейчас зайдем в уровень Блюди Зевес, а потом я покажу вам, где находятся вот здесь последние две монеты. Поэтому я приготовлю здесь сейф. Например, вот этот вот. И смотрите, да. Вот сюда нам нужно зайти, в эту трубу. И здесь находится ДФ монета. Так, теперь надо будет думать, где следующая находится. Так, где она была? А, я... Кажется, я знаю. Да-да-да-да. Теперь мне надо это место тут пройти, да? Да. Да-да-да. Вот-вот. Так. Ну-ка, не мешайте мне, придурки. Так, идем дальше. Отвалите. Так, теперь мне надо это место тут пережить. Надо тут бежать, 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 бежать. Ой-ой-ой. Я успею еще. Так, кажется, нормально. Вот. Ну-ка, черепаха, иди-ка сюда. Костлявая. Сюда идем. И... Так, теперь мне надо тут прожить. Тут. И здесь перепрыгнуть. И... Разве не в эту трубу надо зайти? Окей, тогда еще дальше надо идти. А-а-а! Надо от этого чувака мне убрать. А ну-ка, иди-ка сюда, чувак. А ну-ка, иди-ка сюда. Дурак ты. Вот так я хочу сделать с тобой. Теперь смотрите, здесь теперь такая же фишка, которая была в другом уровне. Потому что здесь финиш, но мне нужно зайти обратно в эту же трубу. И здесь находится наша последняя монета ДФ. Так, следующая ДФ монета, которую нам нужно найти, находится в этом уровне. Вот в терминал. И смотрите. Вот мы дошли сначала вот в этом замке, вот сюда, да? А теперь мне надо здесь просто переключить on-off switch. И смотрите, здесь мы можем сюда пойти. И здесь находится наша последняя монета ДФ. Вон она, вон она. И все. А следующая монета находится в уровне Reef Battleship. В этом уровне должна находиться средняя ДФ монета. И она находится вот здесь. Смотрите. Вот мы идем здесь дальше. Смотрите. Сейчас я вам покажу это место, где она находится. Это ДФ монета, чтобы видели. Вот. Здесь чекпоинт, да? До чекпоинта. Здесь мы уже видим, что здесь какая-то труба. Почему я не зашел бы в нее, когда я записывал бы эту серию? Только я даже и сам не знаю. А, здесь же эти придурки были, да? Конечно. Здесь их двое. Ах ты, скотина. Так. Здесь мы теперь можем обратно выходить с трубы. И как раз мы вот здесь, а? А теперь мы... Вау, можем спокойно идти до чекпоинта. И просто старт из элект. Вот. Так. Так, а следующая ДФ монета, где она находится? Кажется, здесь одна. А, нет, здесь все. Вот. Вот здесь. Abandoned Mansion. И я сейчас за кадром дойду до того места, где находится ДФ монета, а потом включимся снова. Ну вот, смотрите, я теперь вот здесь, а? И здесь должна находиться средняя монета ДФ, потому что мы здесь уже были в этом месте. Здесь кнопка П. Так, что нам тут надо еще раз сделать? Кажется, мне надо нажать на П. Здесь мы получим новый P-switch, да? А теперь мы
Да блин, не мешайте мне, придурки. То, что я в записи, когда я играл был, не заметил, это то, что можно сюда пробежать через эту текстурку. А, мне вот этот пень не нужен был. Окей, значит, заходим в эту дверь. Да, теперь это место тут пойдет. Здесь мы получаем P-switch. Только я не знаю, я вам уже это показывал в прошлых сериях. Только я уже не помню это, потому что уже столько времени прошло, как я те серии записывал был. Так, теперь мне надо сюда и сюда. Так, а теперь мы попробуем сюда зайти. Если мы уже будем возле финиша, тогда... Нет, что ли? Нет еще, что ли? Окей, тогда я сейчас... Окей, это где? Тихо, тихо, что ты делаешь? Окей, тогда я сейчас остановлю серию и посмотрим, где еще DF монеты нам нужно найти. Теперь это Stormy Pathway. Здесь мы возле чекпоинта. Только я уже не помню. Я, кажется, я вам уже показывал эту DF монету, потому что нужно зайти просто в эту трубу, и здесь находится последняя монета DF. Только я уже, друзья, не помню, я вам показываю эту монету или нет, блин. Пошел ты в жопу. Да что ты не прыгаешь от этих штук? Да пошел ты нахрен отсюда. Так, вот. Вот она, здесь. Так я уже, друзья, не помню вообще, я вам показывал эту монету или нет. Ну, хоть мы ее забрали, эту монету DF. Теперь мы за кадром дойдем до финиша и все. Потом можем мы уже закончить серию. Давайте, в следующей серии мы будем уже в последнем мире дальше проходить.